на конкурс. Дети читают стихи. Шишла Виктория, 7 лет. Город Шимановск, Амурская область. Александр Мицгер, медвежонок. Постелю я медвежонку на ночь белую пеленку. Положу ему подушку, соску дам и погремушку. Закрывай, Мишутка, глазки, расскажу тебе сказки. Хочешь, почитаю книжку. Спи, мой маленький братишка. Месяц заглянул в окошко, под кроватью дремлет кошка. Тоже навострила уши, хочет сказочку послушать. Долго я читала сказки, у самой закрылись глазки. Только Мишка, ну, не спал, он всю ночь меня качал.